Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня готовим свекольную икру. Любители овощей обязательно оценят это блюдо по достоинству. Для приготовления нам с вами понадобятся следующие продукты. Вы сейчас их увидите на своем экране. Итак, все овощи мы с вами измельчаем. Лук мелким кубиком, свеклу на терку. Морковь у меня замороженная, уже натертая на терке. Помидоры нужно обязательно очистить от кожицы, потому что кожица твердая. Итак, приступаем. Параллельно нарезке овощей можно поставить уже какой-либо казанчик на плиту для того, чтобы в нем разогреть растительное масло. Я буду тушить нашу икру вот в такой утятнице старинной. Но для тушения этого блюда это незаменимая посуда. Итак, отправляем нарезанный лук. Обжариваем лук до прозрачности. Тем временем натираем на терке свеклу и нарезаем помидоры. Итак, обжарили лук, отправляем к луку морковь. Перемешали и минутки 3 еще обжариваем. Итак, к обжаренной моркови с луком мы добавляем порезанные помидоры. Если нет помидоров, можно заменить на томатную пасту либо кетчуп. Еще раз перемешали и минутки 2 еще жарим. Итак, у меня прошло еще 2 минуты, и я отправляю натертую на терке свеклу. Свекла вареная, еще раз напоминаю. Хорошенечко все перемешиваем. Для того, чтобы свекла не потеряла свой цвет, добавляем буквально столовую ложку уксуса. Обычного 9%. Либо можете добавить лимонный сок. Итак, у меня прошло практически 20 минут после того, как я отправила тушиться свеклу. Сейчас мы нашу икру будем доводить до вкуса. Значит, нужно посолить. Я где-то чайную ложку соли сыплю, даже, наверное, 1,5. Обязательно добавить чайную ложку сахара. И добавляйте специи те, которые вы любите. Я добавлю только сушеный чеснок. Тоже чайную ложку. Вы можете добавить те специи, которые вам нравятся. Все хорошо перемешиваем. Обязательно попробуйте на соль, сахар, чтобы вам хватало вкуса. Ну вот и все, наша икра готова. Наша икра готова к подаче. Подавать ее можно со сметаной, с майонезом. Она вкусна как в холодном, так и в горячем виде. Попробуйте обязательно приготовить такую икру. Также ее можно подать и на крекерах. Я очень люблю такую свеклу с крекерами. Поверьте мне, это очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить такую икру. Я уверена, что любителям овощей это блюдо очень понравится. На этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. Заходите ко мне на канал, просматривайте мои ролики, пишите комментарии, замечания. Я постараюсь ответить на все ваши комментарии.